Всем привет! Нынче стали популярными вот такие корейские Jiggly Cats или трясущиеся котики, которые могут быть ванильными, шоколадными или кофейными. Одного из них я и сама недавно попробовала в местном азиатском ресторанчике и загорелась идеей его приготовить. Панна-котта из кокосового молока. А раз мы завершаем серию кофейных рецептов, естественно, я буду делать его кофейную версию. Поехали! Замачиваем 10 грамм желатина в 60 мл воды. А в сотейнике смешиваем молоко, кокосовое молоко и сахар. Нагреваем смесь, но не кипятим. И добавляем к ней один пакетик смеси кофе 3 в 1 и набухший желатин. Разливаем все по формочкам. Форму для кота пудинга я заказала на Озоне, но она оказалась немного кривоватой, поэтому я подпираю ее стаканчиком. Отправляем в холодильник на ночь. Затем переворачиваем котика, немного прогреваем его руками, и он сам выпрыгивает из формы. Осталось нарисовать носик и глазки. Глазки я нарисовала пищевым маркером. И вот такой наимилейший котик у нас получился. Приятного чаепития и до встречи в следующем видео. Пока! Смотрите, какая милая попочка. Ух, 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 ух. Вот эта вот сладость, небольшая сладость, которая содержалась уже в готовой пачке кофе, и небольшое количество сахара, которое мы добавили, очень хорошо гармонирует. То есть это не приторно, легко и кофейно, еще с кокосовой ноткой. Давайте попку попробуем. Оп.